профессора Люттенберга из Парижа, который продолжит свой рассказ про общественный аспект рабочей идеи. Спасибо. Сегодня мы продолжим обсуждение топологии веществ и холодобрящих многообразий, потихоньку подбираясь к тропической геометрии. И я хотел бы напомнить, что в прошлый раз мы говорили о топологии алгебраических кривых в РП-2, и главным образом мы обсуждали то, что можно называть изотопической классификацией. Не особых кривых данной степени в РП-2. И в РП-2 это выражение изотопическая классификация эквивалентно просто топологической классификации пар. Значит, нас интересовали такие пары, где x это множество вещественных точек кривой данной степени. Мы предполагаем, что у нас кривая не особо. И нас интересуют возможные топологические типы пар. Классификация иногда называется изотопической, потому что в РП-2, значит, классификация таких пар – это то же самое, что классификация множеств вещественных точек кривой относительно изотопии. Значит, эта классификация известна до степени 7. Мы подробно обсудили классификацию до степени 5, немножко поговорили про кривые степени 6. На самом деле классификация известна и в степени 7. Первый неизвестный случай – это степень 8. Я вскользь упомянул другую классификацию, которая называется классификацией с точностью до жестких изотопий. Значит, эта классификация, такое описание компонент связности дополнения и дискриминанта. Дискриминанта в пространстве всех кривых степеней D в РП-2. Эта классификация известна только до степени 6. И небольшой комментарий к этим двум классификациям. Я хочу показать простой пример. В котором видно различие между этими двумя классификациями. Значит, первое отличие появляется в степени 5, как я сказал в прошлый раз, но пример проще приводить в степени 6. И, значит, можно рассмотреть две кривые шестой степени. Значит, это первая из этих двух кривых. Значит, такую кривую легко построить, если вы забудете про этот большой эллипс. Значит, кривую с четырьмя овалами мы построили в прошлый раз. К ней можно дорисовать такой эллипс, взять объединение этих двух кривых и немножко пошевелить коэффициенты, чтобы кривая получилась не особой. Вторая возможность стоит в том, чтобы начать с той же самой не особой
кривой степени 4, а эллипс выбрать так, чтобы он охватывал два других овала. Значит, эти кривые представляют один и тот же класс в изотопической классификации. Топологические пары одни и те же. Легко представить себе изотопию, которая перемещает первое множество вещественных точек первой кривой, множество вещественных точек второй кривой. Но я утверждаю, что эти кривые не жестко изотопны. Значит, выражение «жесткая изотопия» означает, что изотопия, значит, две кривые жестко изотопны, изотопию между ними можно реализовать алгебраическими кривыми. Говоря другим языком, если точки, соответствующие этим двум кривым в пространстве всех кривых данной степени, могут быть соединены путем, не пересекающим дискриминант. Они находятся в одной и той же компоненте связанности дополнения дискриминанта. Я утверждаю, что эти две кривые не жестко изотопны. Соответствующие точки лежат в разных компонентах связанности дополнения дискриминанта. Все согласны? Доказательство. Доказательство очень простое. Давайте возьмем по точке внутри каждого из этих двух внешних овалов и проведем через эти две точки вспомогательную прямую. То же самое можно сделать и здесь. Если существовал бы путь в дополнение дискриминанта, соединяющий наши две кривые, можно было бы проследить видоизменения множества вещественных точек нашей кривой. У нас есть одна кривая в начале и вторая кривая в конце. И, глядя на эту изотопию, можно было бы еще добавить к этой изотопии прямую и смотреть, как прямая движется. Если есть жесткая изотопия, то эту жесткую изотопию можно снабдить такой дополнительной информацией. Можно вместе с множеством вещественных точек кривой двигать прямую. И с точки зрения изотопической классификации ничего плохого не происходит. Но если мы хотим, чтобы в каждый момент у нас была кривая шестой степени, возникает противоречие, потому что эта прямая не может вылезти из целиком из этого большого овала. Эта прямая пересекает нашу кривую уже в шести точках. Для того, чтобы слезть с этого овала, она должна пересечь один из этих двух. А так для кривой степени 6 не бывает. На самом деле эти две кривые отличаются just Bezout theorem. На самом деле эти две кривые отличаются и топологически. Если вы смотрите на вещественную картинку, никакой топологической разницы не видно. Но если посмотреть на комплексную картинку, эти две кривые отличаются. На самом деле, если мы посмотрим на множество комплексных точек, не особой вещественной кривой в РП2, я опять нарисую совсем простую картинку. Эта картинка не для кривых степени 6. Это просто картинка множества комплексных точек не особой кривой в РП2, а множество комплексных точек живет в ЦП2. Как мы обсуждали уже в прошлый раз, на этом множестве действует инволюция комплексного сопряжения, и множество неподвижных точек инволюции на кривой – это множество вещественных точек нашей кривой. Я утверждаю, такое простое топологическое упражнение, что есть две возможности. Может так случиться, что дополнением множества вещественных точек в кривой не связано, так как на моем рисунке. Может так случиться, что дополнение имеет две половинки.
А может так произойти, что дополнение связано? Упражнение. Придумайте такую инволюцию на торе, множество неподвижных точек, который состоит из одной окружности. Значит, такие кривые называются кривыми типа 1, а такие кривые называются кривыми типа 2. Еще раз, тип 1 означает, что в дополнении есть две половинки, тип 2 означает, что дополнение связано. Терминология очень странная, ее придумал и предложил Клейн. Не очень понятно, почему Клейн выбрал тип 1 в случае, когда в дополнении две половинки, а тип 2, когда дополнение связано. Но тем не менее. Что-что? Нет. Нет, три половинки быть не может. Поскольку это половинки, их может быть только две. Простое это политическое упражнение. На самом деле, легко доказать. Да, просто утверждение, опять же, топологическое, про инволюцию, обращающую ориентацию на топологической поверхности. Другая формулировка этого различия такая. Если, так же, как мы действовали в прошлый раз, если вы рассмотрите фактор пространства по инволюции, есть две возможности. Этот фактор пространства может быть ориентируемым, это тип 1, и может быть неориентируемым, это тип 2. Так вот, на самом деле, эта кривая типа 1, а эта кривая типа 2. Что еще раз доказывает, что они не жесткие изотопы. И на самом деле до степени 6 отличие между этими двумя классификациями только в том, что для некоторых классов, изотопической классификации есть два класса жесткой изотопической классификации, и эти классы отличаются типом. Один или два. Но начиная со степени 7, это утверждение уже неверно. Начиная со степени 7, для того, чтобы определить компоненту дополнения дискриминанта, недостаточно указать изотопический класс и тип 1 или 2 кривой. Но до степени 6 это верно. Кроме этого, мы обсудили комбинаторное склеивание. Я сформулировал теорему. Попробую сформулировать ее еще раз. Значит, возвращаю картинку. Значит, напомню, что в этом комбинаторном склеивании мы выбирали триангуляцию распределения знаков. Давайте я расставлю знаки. Те же самые, что в прошлый раз. И после этого мы рассмотрели такую красную ломаную, отделяющую плюсы от минуса. И утверждение было, что если исходная триангуляция, выбранная триангуляция исходного треугольника выпукла, тогда существует не особая кривая степени D. D на этой картинке появляется в виде координат вершин. Существует не особая кривая степени D, топология вещественной части которой изображена на этой картинке. Эту теорему можно сформулировать более точно. На самом деле можно написать уравнение такой кривой. Такой многочлен называется многочленом Веро. Давайте сначала напишем афинную версию, то есть напишем многочлен двух переменных, потом
добавим еще одну переменную. Сейчас многочлен зависит от дополнительного параметра. Параметр t. Сейчас, пока я просто пытаюсь написать многочлен на двух переменных. Суммирование происходит по множеству вершин исходной триангуляции. Значит, мы начали с треугольника t. Значит, это треугольник с вершинами 0, 0, d, 0, 0, d. У этого треугольника мы выбрали триангуляцию. И v – это множество вершин этой триангуляции. Для каждой вершины триангуляции мы рассматриваем соответствующий маном. У этого манома есть уже выбранный знак. Это плюс или минус. Это знак, который мы выбрали, это был наш второй выбор, мы выбрали триангуляцию и распределение знаков. Плюс или минус? Значит, t пока появляется только в левой части, но не появляется в правой. То хорошо бы, чтобы t появился в правой части. И такой маном я умножаю на t в степени ню от ij. Все помнят, что такое ню? Ню – это выпуклая кусочно-линейная функция, которая подтверждает, что наша триангуляция выпукла. Напоминаю, что выпуклость триангуляции означает, что существует такая выпуклая кусочно-линейная функция, что области функция должна быть афинна на каждом треугольнике триангуляции и обязательно должна быть не афинной на объединение любых двух треугольников. То есть области афинности этой функции совпадают с треугольниками триангуляции. В принципе, если триангуляция выпукла, то есть если существует такая функция, таких функций много. Например, потому что вы можете умножить эту функцию на положительное число, можете складывать эти функции. На самом деле есть целый конус таких функций. Но возьмем любую из них и напишем такой многочлен. Утверждение. Для положительных и достаточно малых значений параметра if для положительно достаточно малых значений параметра такой многочлен определяет кривую с топологией, указанной на этом рисунке. Thank you.
пока мы написали только афинную версию, так что когда я говорю о топологии, указанной на этом рисунке, я имею в виду эту красную ломаную линию во внутренности этого квадрата. Внутренность этого квадрата – это копия R2. И пока я писал топологию к этой кривой, в множество вещественных точек этой кривой в R2. Но если мы хотим проективное утверждение, то понятно, что нужно сделать. Нужно просто умножить, я даже не буду это писать здесь, нужно умножить каждый моном на третью переменную в степени d минус i минус g, получить однородный многочлен. И получится проективное утверждение. Еще раз напоминаю, что из этого квадрата мы получаем RP2, отождествляя точки на границе симметричные относительно начала координат, получаем копию RP2. В этой копии RP2 сидит образ этой красной ломаной. И это то, что я имею в виду под prescribed topology. Пример. Как я говорил уже в прошлый раз, на этой картинке триангуляция выпукла. Для того, чтобы в этом убедиться, можно, например, выбрать функцию, принимающую, наверное, нарисую это здесь. Можно выбрать такую функцию, принимающую значение единицы в вершинах, значение 0 в серединах сторон треугольника, и потом продолжить эту функцию, чтобы получить функцию, определенную на всем треугольнике, так, чтобы эта функция была афинна в каждом треугольничке. Берете такой треугольный кусок бумаги и начинаете сворачивать его в такой треугольный конвертик. Что получится? Получится такой многочлен. Какой был рецепт? Мы должны написать сумму по всем вершинам этой триангуляции. Давайте начнем с этой вершины. В этой вершине знак минус. И t, множитель t, должен быть в степени 1. То, что написано здесь. В следующей вершине знак плюс, t в степени 0 и так далее. Так что утверждение такое, что если t положительно и достаточно мало, это уравнение задает гиперболу, изображенную на этой картинке. На самом деле, эта картинка содержит больше информации, как мы обсуждали в прошлый раз. На этой картинке изображено, как наша кривая расположена по отношению к координатным осям. Что, если хотите, можно утверждение разбить на утверждение по квадрантам и просто смотреть, что происходит в каждом квадранте. Такой полином, если t положительный достаточно мало, задает кривую, которая ведет себя в точности так, как здесь нарисовано, по отношению к координатным осям проективной плоскости. Утверждение понятно? Доказательства я попробую обсудить в следующий раз. На самом деле доказательства вы уже знаете, если вы внимательно слушали лекции Ильи Жаркова. Илья Жарков на самом деле рассказал доказательства этого утверждения. Но мы обсудим это доказательство, наверное, в следующий раз. Значит, у вас было упражнение, было много упражнений, но одно из упражнений было построить в каждой степени максимальную кривую, например, пользуясь этим комбинаторным склеиванием.
Кто-нибудь смог построить? Задам этот вопрос иначе. Кто-нибудь пытался? Давайте построим максимальные кривые. Если мы хотим строить максимальные кривые, напоминаю, что максимальность для кривой степени, не особой кривой степени D в RP2 означает, что множество вещественных точек нашей кривой имеет D-1 на D-2 пополам плюс 1 компонент. Если мы такие смелые и хотим построить максимальные кривые, пользуясь комбинаторным склеиванием, у нас задача довольно простая. Нужно выбрать триангуляцию и выбрать распределение знаков. Другого выбора нет. Поскольку я слишком ленив, я не буду выбирать триангуляцию. Но все-таки кое-что от триангуляции я потребую. Я хочу, чтобы триангуляция была примитивной. Ну и, конечно, выпуклой. Что означает выражение «примитивная триангуляция»? Примитивность означает, что каждый треугольник этой триангуляции имеет площадь 1/2. Другой способ сформулировать это условие – можно сказать, что каждая целая точка треугольника является вершиной триангуляции. Но это не очень хороший способ формулировать примитивность, потому что эти два условия – эквивалентны в размерности 2, но уже в размерности 3 они не эквивалентны. Примитивная триангуляция в размерности 3 – это такая триангуляция, что каждый тетраэдр этой триангуляции имеет объем 1/6. Но неверно, что каждая триангуляция в размерности 3 такая, что каждая целая точка является вершиной, неверно, что такая триангуляция обязательно примитивна. Ну, это пример примитивной триангуляции, если считать, что d равно 2. Если d равно 2, моя триангуляция здесь примитивна. Теперь я должен выбрать распределение знаков. Распределение знаков будет такое. Знак в точке EG будет напишем так. Знак минус, если и G оба четны, и плюс, если нет. Пример такого распределения знаков, опять же, можно увидеть на моей картинке, если считать, что d равно 2. Если считать, что d равно 2, минусы стоят в точках, где обе координаты четны, а плюсы в остальных местах. Значит, лемма. Я утверждаю, что комбинаторное склеивание производит максимальную кривую из таких исходных данных.
доказательство. Это маленькая копия моего треугольника с вершинами 0,0, d0,0, d. Давайте внутри посмотрим на точку с счетными координатами. Эта точка, что у нее у самой знак минус, поскольку обе координаты четные. Я утверждаю, что все соседи этой точки в нашей триангуляции, то есть все точки, соединенные с ней ребром, имеют знак плюс. Все согласны? Для того, чтобы сосед имел знак минус, нужно, чтобы у этого соседа обе координаты тоже были четными. Но тогда середина отрезка, соединяющего эти две точки, тоже является целой точкой. Тоже должна быть вершиной. Так быть не может. Тем самым в звезде этой точки в нашей триангуляции живет маленький красный овальчик кривой. Эта точка охвачена маленьким овалом, живущим в звезде этой вершины. Теперь, что делать с точками, имеющими хотя бы одну нечетную координату? Да. Не стягиваемый вы. Ну, если степень четная, то все компоненты овала. Если нечетная, то одна из них псевдопрямая. Но она как. Но я. Вы имеете в виду в этой теореме или в теореме Веро? Нет, в теореме Веро мы не описываем компоненты по отдельности. Утверждение просто, что картинка, которую мы получаем, рисуя эту красную ломаную, топологически реализуется не особой кривой степени D. Как там будет проходить эта псевдопрямая, то уж как получится. В этой конструкции псевдопрямая будет проходить довольно простым образом. Я сейчас попробую нарисовать картинку. Значит, теперь мы рассматриваем второй случай. Мы берем точку, целую точку внутри нашего треугольника и предполагаем, что хотя бы одна из координат нечетна. Тогда эта точка имеет знак плюс. И, конечно, неверно, что все ее соседи имеют знак минус. Но, тем не менее, у этой точки есть три сестры. Есть три дополнительных симметричных копии. И я утверждаю, что ровно одна из этих симметричных копий имеет знак плюс. Такое простое упражнение по, хотите, по линейной алгебре на Z2. То, какая из этих копий имеет знак плюс, зависит от четности координат. Но ровно одна из этих трех копий имеет знак плюс, и две другие тем самым имеют знак минус. Пускай, например, будет это. Эта копия имеет знак плюс, если обе координаты нечетные.
И опять же, простое упражнение по линейной алгебре на Z2. И я утверждаю, что эта точка снова обладает таким замечательным свойством, что все ее соседи в триангуляции имеют противоположный знак. Так что снова есть маленький овал, который охватывает эту точку. Это упражнение я вам оставляю. Легко проверить, что то, что я говорю, верно. Давайте сосчитаем, сколько овалов мы уже нашли. Скажите мне, пожалуйста, сколько всего целых точек внутри треугольника с вершинами 0,0, d0, 0,d? Ну, можно сосчитать, можно просто вспомнить, что это род нашей кривой, род d-1 на d-2 пополам. Я утверждаю, что мы уже нашли d-1 на d-2 пополам овалов. Таких маленьких овальчиков этой кривой. И на самом деле очевидно, что есть еще дополнительные компоненты. Например, потому что все маленькие овальчики, которые я нашел, они лежат в звездах соответствующих точек и тем самым не пересекают координатные оси. Но наша кривая заведомо пересекает координатные оси. Например, потому что наша кривая обязана пересекать отрезок минус 1, 1. Потому что если здесь знаки разные, то середина этого отрезка принадлежит нашей кривой. Если знаки одинаковые, то здесь знаки разные. И середина этого отрезка принадлежит нашей кривой. Так что либо точка 1, 2, 0, либо точка минус 1, 2, 0 лежит на нашей кривой. Так что кривая заведомо максимальна. На самом деле, топологию этой кривой легко описать в я нарисую картинку в четной степени и оставлю вам упражнение нарисовать картинку в нечетной степени. Заодно вы увидите, как проходят нестерильные компоненты. Значит, это кривая. Давайте я нарисую координатные прямые. На самом деле, эту картинку можно представлять себе как объединение четырех треугольников, один из которых, тот, с которого мы начали. Можно просто думать, что это три координатных прямых в РП2. И кривая устроена так. Я нарисую пример в шестой степени. В шестой степени получается кривая Харнака. На самом деле, если не рисовать расположение этой кривой, не пытаться объяснить расположение этой кривой по отношению к осям, у кривой будет степень четна, d равно 2k, внутри будет k-1 на k-2 пополам овалов, один охватывающий овал, и снаружи будет 3 вторых k на k-1. А в нечетной степени, на самом деле, будет
нестягивая компонента, и D-1 на D-2 пополам овалов, лежащих вне друг друга. И кривые с такой топологией, на самом деле, такой, как на этом рисунке, когда мы указываем, как эта кривая расположена по отношению к координатным осям, кривые, которые получаются такой конструкцией, они называются простыми кривыми Харнака. Это очень важный класс кривых. Об этих кривых есть много разных и очень интересных результатов. В частности, эти кривые появляются при рассмотрении моделей димеров. Это работы Тенина и Кунькова, потом Тенина, Кунькова и Шеффельда. Но как мы видели, эти кривые появляются в этой конструкции комбинаторного склеивания довольно простым образом. На самом деле, я пока еще не доказал утверждение, которое я сформулировал. На самом деле, я пока еще не доказал, что в каждой степени существует максимальная кривая. Небольшая проблема в том, что я потребовал от триангуляции два свойства – примитивность и выпуклость. Для того, чтобы быть уверенным в том, что эта конструкция действительно дает в каждой степени максимальную кривую, максимальную алгебраическую кривую, не просто красную ломаную на такой картинке, нужно предъявить хотя бы одну примитивную выпуклую триангуляцию в каждой степени. Например, вы можете взять триангуляцию, обобщающую триангуляцию моего примера. Я утверждаю, что такая максимально регулярная триангуляция утверждаю, что эта триангуляция, то, что она примитивна, очевидно, но я утверждаю, что она выпукла. Все видят, почему она выпукла? Для того, чтобы доказать, что эта триангуляция выпукла, достаточно предъявить выпуклую кусочно-линейную функцию, такую, что эта функция афинна на каждом треугольнике, и эта функция не является афинной на объединение двух произвольных треугольников. Например, такую функцию можно построить следующим образом. Давайте начнем сначала с вертикальных полосочек. Можете ли вы представить себе выпуклую кусочную линейную функцию, такую, что области афинности этой функции совпадают с многоугольниками этого разбиения? Это просто. Хорошо? Тем самым для такого разбиения вы тоже можете представить себе выпуклую кусочно-линейную функцию. И для такого разбиения. Теперь у вас есть три функции, сложите их, у вас получится функция, которая подтверждает, что это триангуляция выпукла. Так что тем самым мы все-таки доказали, что в каждой степени существует максимальная кривая. Упражнение. Попробуйте построить
Значит, пока в степени 6, используя комбинаторное склеивание, мы построили кривую Харнака. Попробуйте построить две другие максимальные кривые степени 6. Попробуйте построить кривую Гильберта и кривую Гудкова. Хорошо, значит, это, наверное, все, что я хотел сказать сейчас про комбинаторное склеивание. Как мы увидим в следующий раз, эта конструкция связана с тропической геометрией. И более того, на этой картинке уже присутствует тропический объект. Значит, эта красная ломаная линия на самом деле является вещественной частью. Ну, нарисована она не очень хорошо, но она является представителем вещественной части некоторой тропической кривой. Но это мы обсудим в следующий раз. А пока, перед тем, как перейти к тропической геометрии, я хотел бы еще обсудить алгебраические поверхности, вещественные алгебраические поверхности, и в частности вещественные алгебраические поверхности в РП3. Все определения вы знаете, определения такие же, как в случае алгебраических кривых в РП2. Единственное, что нужно сделать, это увеличить на единицу количество переменных. Такая алгебраическая поверхность степени D в РП3, это вещественный однородный многочлен от 4 переменных степени D, определенной с точностью до умножения на ненулевую вещественную константу. Так же, как в случае кривых, можно изучать вопросы классификации. Но в случае поверхности в РП3 возможных интересных классификаций больше, чем в случае кривых в РП2. Во-первых, есть так называемая топологическая классификация. Я по-прежнему буду обозначать буквой X множество вещественных точек нашей поверхности. X живет в РП3. И первый вопрос – это вопрос о топологии множества вещественных точек. В случае кривых мы этот вопрос тоже обсудили, но в случае кривых он был совсем простым. Ответ на вопрос о топологической классификации не особых кривых данной степени в РП2 дается теоремой Харнака. В случае кривых топология самого множества вещественных точек определялась просто числом окружностей, и теорема Харнака говорит, сколько окружностей может иметь не особая кривая данной степени в РП2. В случае поверхности вопрос о топологии множества вещественных точек существенно сложнее. Первая классификация – это классификация множеств вещественных точек не особых поверхностей степени D с точностью до гомеоморфизма. Вторая классификация – это классификация топологических пар. Так же, как в случае кривых, можно изучать не только топологию множества вещественных точек, но и топологию
вложение во множество вещественных точек в РП3. Я немножко жульничал в начале лекции сегодня, когда в случае кривых назвал эту классификацию изотопической. Но теперь пришло время обсудить это жульничество. Третья возможность – это изотопическая классификация. С точностью до изотопии икса в РП3. И в случае РП3 эти две классификации, вообще говоря, разные. Что означает классификация с точностью до изотопии? Что такое изотопия? Есть разные способы определять изотопию, но под изотопией в данный момент я понимаю путь в пространстве гомеоморфизмов. В случае, будем, скажем, говорить по РП3. Мы рассматриваем гомеоморфизмы из РП3 в РП3. И два подмножества РП3 объявляются изотопными, если существует изотопия, то есть путь в пространстве гомеоморфизмов, соединяющий тождественный гомеоморфизм с гомеоморфизмом, который отправляет первое множество во второе. Если вы проследите, что происходит с образами первого множества вдоль этого пути, вы увидите такой фильм. У вас это множество сначала было, потом вы смотрите на образы этого множества, оно как-то движется, и в конце концов вы получаете второе множество. Вот классификация топологических пар в случае РП2 совпадает с классификацией с точностью до изотопий, просто потому что любой гомеоморфизм РП2 из РП2 в РП2 изотопен тождественным. Но это уже неверно для РП3. Например, потому что РП3 ориентируемо. Есть гомеоморфизмы, которые обращают ориентацию, они не могут быть изотопны тождественно. На самом деле, есть всего две компоненты связанности в пространстве гомеоморфизмов, так что отличие между этими двумя классификациями не очень большое. Но тем не менее, они разные, ну и последняя классификация с точностью до жесткой изотопии. Но здесь все так же, как в случае кривых. Это просто описание компонент связности, дополнение дискриминанта в пространстве всех поверхностей данной степени. Давайте так же, как в случае кривых, посмотрим, что происходит в маленьких степенях. Да? Предпоследний пункт более тонкий, чем предпоследний. То есть, если есть изотопия, наверное, что можно найти кривых. Ну, если вы говорите про кривые, то мой пример, который был, наверное, на этой доске, показывает, что классификация с точностью до жестких изотопий более тонкая, чем классификация с точностью до изотопий. В точности то, что было нарисовано здесь. Наверное, наоборот. Так. Если его могут делать путь в пространстве гомеоморфизма РП3. Да, это то, что... А вы спрашиваете, понятно ли, что две жестко изотопных поверхности изотопны. Это простое упражнение. Нужно немножко поработать, но это такое простое стандартное упражнение.
Но вы абсолютно правы. Нужно что-то объяснять. В степени 1 все понимают все классификации. Знаете, я просто буду указывать топологию вещественной части, и в степени 1 топология вещественной части определяет все классификации, очевидно. Как всегда, в степени 1 все совсем просто. В степени 2 по-прежнему верно, что топология вещественной части определяет класс нашей поверхности по отношению к каждой из этих классификаций. Так что достаточно указывать топологию вещественной части. И это просто... Ну, эту классификацию можно получить как более-менее любым способом, любым естественным способом, который приходит вам в голову. Например, можно смотреть на квадратичные формы. Значит, множество вещественных точек может быть пустым, может быть сферой и может быть тором. Что во всех этих классификациях для степени 2 всего 3 класса. Первый, более не менее интересный случай, это степень 3. В каком-то смысле по сложности он такой же, как в случае кривых степени 4 в РП2. Здесь возможностей уже больше. Значит, конечно, может так случиться, что множество вещественных точек гомеоморфно просто РП2. Ну, можно действовать так же, как мы действовали в случае кубических кривых. Возьмите плоскость, возьмите пустую квадрику, возьмите их объединение, пошевелите немножко коэффициенты, получится РП2. Немножко изменив эту конструкцию, можно получить две компоненты, РП2 и сферу. Вы просто берете плоскость, сферу, берете объединение, шевелите коэффициенты, получаете такую кубику. Простое упражнение, использующее, например, теорему Безу, доказывает, что если компонент 2, то это обязательно сфера и плоскость. Сфера и РП2 топологически. Ничего другого с двумя компонентами в степени 3 быть не может. Но есть другие возможности. И эти возможности такие. Знаете, чтобы сэкономить место, я буду писать это так. Объединение РП2 и тора, конечно, будет пересекаться, да. Поэтому, но не то чтобы это было доказательством того, что других топологических возможностей нет, но если взять объединение РП2 и тора, значит, плоскость будет тор пересекать, и так что, когда мы будем возмущать, нужно будет следить за тем, что происходит вдоль окружности пересечения. Но это, так сказать, правильный путь для построения более сложных поверхностей. Значит, всем понятно такое обозначение? Значит, это связанная сумма трех копий РП2. Все знают, что такое связанная сумма, скажем, топологических поверхностей. Если у вас есть две поверхности, вы можете из каждой из них вырезать по диску и склеить при помощи гомеоморфизма между краями этих двух дисков. Ну, здесь то, что я написал, это связанная сумма трех копий РП2. То есть вы берете РП2 плюс РП2 и еще связанная сумма с РП2. Четвертая возможность — это связанная сумма пяти копий РП2. И последняя возможность — это связанная сумма семи копий РП2. И других возможностей нет.
Это страшное обозначение на самом деле скрывает за собой очень простой объект. Это РП-2 с ручкой. Если у вас есть РП-2, в РП-3, вы к этому РП-2 можете, я просто пытаюсь описать этот объект топологически, приделать маленькую ручку. Так что очевидно, что в РП-3 можно вложить, если вы забудете про алгебраичность объектов, которые нас интересуют, вы всегда можете вложить РП-2 с любым количеством ручек. Вложили РП-2, потом приставили к нему какое-то количество ручек. Что интересно, что если вместо нечетного числа копий РП-2 вы попробуете рассмотреть четное число копий, связанную сумму четного числа копий РП-2, результат вы не сможете вложить в РП-3. Так что здесь, в этом ряду, четные числа не появляются, на самом деле, не потому, что мы рассматриваем поверхности степени 3, а просто потому, что, например, связанная сумма двух копий РП-2, которая называется бутылкой Клейна, она просто не вкладывается в РП-3. Предлагаю вам проделать такое упражнение. Утверждение. Если вы взяли, ну скажем, связанную, неориентируемую топологическую поверхность, и вы смогли вложить эту поверхность в РП-3, я утверждаю, что у этой поверхности нечетная Эйлер-характеристика. Упражнение. Конечно, конечно, конечно. Нет, ну, поскольку степень маленькая, то есть много способов, и здесь действительно достаточно посмотреть просто на действие инволюции в Пикаре, конечно. Значит, на самом деле есть еще одно упражнение, которое я хотел сформулировать. По-прежнему топологическое. Давайте снова рассмотрим связанную топологическую поверхность в РП-3. Я утверждаю, что класс этой поверхности в двумерных гомологиях РП-3 с коэффициентами Z2 нулевой тогда и только тогда, когда поверхность ориентирована. Что в частности, если вы хотите понять, как может быть устроено множество вещественных точек не особой поверхности данной степени в РП-3. Если степень четна, то все компоненты множества вещественных точек нашей поверхности ориентируемы. Если степень нечетна, то есть ровно одна неориентируемая компонента –
реализующая нетривиальный класс в H2. И, как мы уже знаем из предыдущего упражнения, Эйлер-характеристика этой компоненты обязательно нечетна. Что для того, чтобы более или менее закончить обсуждение поверхности степени 3, в принципе, нужно было бы объяснить, почему я закончил этот список нечетных чисел семеркой, почему здесь не появляется 9. Это связано с обобщением неравенства Харнака. В принципе, один из первых естественных вопросов о топологии алгебраических поверхностей в РП3 – это вопрос об обобщении неравенства Харнака. Наивный подход к обобщению неравенства Харнака такой. Неравенство Харнака – это неравенство на число компонент связности множества вещественных точек кривой. Как обобщить это неравенство на случай поверхности? Ну, можно попытаться написать какое-нибудь неравенство на число компонент связности множества вещественных точек поверхности. Но на самом деле, написать такое неравенство так, чтобы оно еще было точным в каждой степени, очень трудно. Ответ на вопрос о максимально возможном числе компонент связности множества вещественных точек поверхности в данной степени, ответ на этот вопрос известен только до степени 4. Этот вопрос известен как вопрос Харнака. Иногда его называют проблемой Харнака. Проблема Харнака – как много компонент связности можно получить в данной степени. В степени 3, если поверить в ту классификацию, которую я здесь представил, максимальное число – это 2. Знаете ли вы, какое максимальное число в степени 4? Попробуйте угадать. Сколько компонент связности может быть у поверхности степени 4? 19. Интересное предложение. Другие догадки? 24. 24. Так. Даже не знаю, может быть, надо спрашивать, кто больше. 56. Хорошо, давайте тогда я все-таки спрошу, кто меньше. Так. Ну, пока разброс большой, но правильный ответ 10. Значит, у квартики может быть 10 компонент связности, и 10 – это максимально возможное число. 24, в принципе, была, как, впрочем, и 19. Эти догадки были интересные. Значит, так, эти числа естественным образом появляются при обсуждении К3 поверхности, но по поводу, скажем, 24. 24 – это тотальное число бетти комплексной К3 поверхности. Но не забывайте, что каждая компонента вносит вклад 2. Так что уж заведомо не больше 12. На самом деле правильный ответ 10. Но на самом деле это правильный ответ в степени 4 на неправильный вопрос. Число компонент связности – это, конечно, интересный параметр, но это неправильное обобщение. Вопрос о числе компонент связности – это неправильное обобщение неравенства Харнака. Значит, правильное обобщение – это неравенство, которое называется неравенством Смита-Тома. Это неравенство на
тотальное число бете с коэффициентами в z2. Здесь в этом неравенстве нужно многое объяснять. Но, во-первых, что такое x? Пока мы изучаем поверхности, можете считать, что x — это поверхность. На самом деле x, если мы хотим говорить об алгебраических объектах, это, скажем, проективное, вещественное алгебраическое многообразие. Вещественное проективное многообразие. То есть x — это множество вещественных точек, cx — это множество комплексных точек, а b звездочка от чего-то — это сумма чисел бете с коэффициентами в z2. Если вы напишете это неравенство для кривой, у вас получится в точности неравенство Харнака. Сейчас. Я хочу подчеркнуть, что правильное обобщение неравенства Харнака — это неравенство на тотальное число бете. Не на индивидуальное, не на b0. b0 — это число компонент связанности. А на сумму всех чисел бете. А как это зависит от степени? Как зависит от степени что? Число бете. Нет, значит, тут, это не, тут в этом неравенстве два числа бете. Значит, есть число бете, тотальное число бете комплексификации и тотальное число бете вещественной части. Значит, это неравенство нужно читать слева направо. Значит, нас интересует тотальное число бете вещественной части. Это число, оно, если, скажем, мы обсуждаем не особые поверхности степени d в cp3. Это число не зависит от того, какую поверхность вы выбрали. Это число, поскольку, так же как в случае кривых, дополнение дискриминанта в пространстве всех поверхностей степени d линейно связано. Поэтому все не особые поверхности степени d комплексные, они имеют одну и ту же топологию, в частности, одну и ту же сумму чисел бете. Там известно, чему она равна в данном d. Это известно не только там, это известно даже здесь. Но давайте я это все-таки напишу в скобках. Потому что тут это, то, что я написал здесь, это тотальное число бете для неособой поверхности степени d в cp3. Утверждение куда более общее. Оно верно для любого вещественного проективного многообразия. Но раз уж вы заставили меня написать ответ для поверхности, теперь я заставлю вас подставить сюда d равное 3, чтобы узнать, почему не может быть больше ручек. Нет? Ну хорошо, тогда упражнение на дом. Подставьте d равное 3 и убедитесь, что еще одну ручку добавить не удастся. Максимальное количество ручек, которые вы можете приставить к РП2 для поверхности третьей степени, это 3. На самом деле это РП2 с тремя ручками. Максимально возможное тотальное число бете — 9. Но про кубики можно рассказывать много интересных вещей. Можно считать число прямых на этих кубиках, число вещественных прямых на этих кубиках. И на самом деле эти четыре колонки отличаются числом вещественных прямых на этих кубиках. Так же, как в случае кривых шестой степени,
Поверхности четвертой степени подробно мы обсуждать не будем, потому что число классов в классификации, оно примерно такое же, как число классов для кривых шестой степени. И в принципе, поверхности четвертой степени и топология поверхности четвертой степени, изучение этой топологии очень близко к изучению топологии кривых шестой степени, по причине, которую мы обсудим через 5 минут. Что? Ну, есть, в принципе, потенциально больше возможностей, но они не все реализуются. Реализуются только 4 из них. 27, 15, 7 и 3. 27, 15, 7 и 3. Для поверхности четвертой степени я хотел бы обсудить только максимальные поверхности. Значит, что означает максимальность для поверхности или для произвольного вещественного проективного многообразия? Максимальность означает, так же как в случае кривых и неравенства Харнака, максимальность означает, что в неравенстве Смита-Тома у нас равенство. Что тотальное число бетти вещественной части равно тотальному числу бетти комплексификации. С гомологической точки зрения вещественная часть максимально интересна, наиболее богата. Так же, как в случае кривых шестой степени, есть три возможности. Я описываю снова только топологию вещественной части. На самом деле, до степени 3 описывать топологию вещественной части было вполне разумным занятием, потому что до степени 3 все классификации, которые я перечислял, они все совпадают. В степени 4 это неверно. В степени 4 недостаточно описать топологию вещественной части, чтобы, скажем, описать компоненту дополнения дискриминанта. Но для максимальных поверхностей достаточно. Есть три возможных топологии для максимальных поверхностей четвертой степени, и есть ровно три компонента дополнения дискриминанта, соответствующих максимальным поверхностям. Топологии такие. Значит, может быть так, что у нас есть одна сфера и сфера с 10 ручками. Значит, это мое обозначение для сферы с 10 ручками. Может так случиться, что сфер 5, а ручек, соответственно, 6. И может так случиться, что сфер 9, а ручек, соответственно, 2. Наверное, нужно объяснить, почему я написал Харнак, Гудков и Гильберт под этими поверхностями. Но вы уже видели три максимальных кривых шестой степени с соответствующими фамилиями. Что на самом деле эти поверхности, три типа максимальных поверхностей степени 4 можно отождествить с тремя типами максимальных кривых степени 6. И
конструкция такова. Значит, давайте обсудим то, что называется double planes, двойные плоскости. Значит, это другой пример алгебраических поверхностей. Мы обсудили алгебраические поверхности в P3. Другой пример алгебраических поверхностей. Значит, начнем с кривой четной степени в РП2. Что этой кривой есть множество комплексных точек. Предположим по-прежнему, что кривая не особая. У этой кривой есть множество комплексных точек в CP2. И так, несложный топологический факт стоит в том, что поскольку степень нашей кривой четна, существует двулистное разветвленное накрытие CP2. Давайте на другой доске это напишу. Разветвленное накрытие разветвленное вдоль множества комплексных точек нашей кривой. Это комплексная поверхность. Опять же, простое топологическое упражнение. Эта комплексная поверхность односвязна. И на эту поверхность можно поднять инволюцию комплексного сопряжения, действующую в CP2. Более того, можно поднять двумя разными способами. Эти два способа отличаются на перестановку листов накрытия. Если то, что я говорю, вам кажется слишком абстрактным, можно просто написать уравнение этой поверхности. На самом деле, это было объяснение Арнольда, как он придумал эту идею рассматривать разветвленные двулистные накрытия для изучения вещественных алгебраических кривых в РП2. Значит, мы уже знаем, что если у нас есть кривая четной степени в РП2, заданная многочленом F, множество вещественных точек нашей кривой разбивает РП2 на две половинки. РП2 плюс и РП2 минус. Первая половинка задается неравенством F больше или равно нуля, вторая половинка задается неравенством F меньше или равно нуля. И можно всегда выбрать знак F так, чтобы F был отрицателен вне всех овалов на этой неориентируемой компоненте. Так что то, что заштриховано здесь, это RP2+. Теперь из доказательства Клейна, неравенства Харнака, мы знаем, что правильный лозунг в топологии вещественных алгебраических многообразий такой: от вещественного к комплексному. Если нас интересует топология нашей кривой, в частности, нас интересует топология этих половинок. Давайте рассмотрим, скажем, RP2+, половинку, заданную вот этим неравенством. Лозунг говорит, что нужно пойти в комплексную область.
Есть небольшая трудность. Здесь написано неравенство. Как комплексифицировать неравенство? Очень просто. Что означает, что А больше либо равно нуля? Это означает, что существует x, но x нехорошо, так, b, такое, что b квадрат равно а. Я по-прежнему пока еще в вещественной области. Ну, тем самым, теперь уже можно комплексифицировать. И что означает неравенство f от x0, x1, x2 больше либо равно нуля? Неравенство означает, что объект, который нас интересует, это поверхность, заданная уравнением x3 в квадрате минус f x0, x1, x2. Единственная проблема, пока непонятно, где живет эта поверхность. Если степень f равна 2, тогда это уравнение однородное, наш многочлен, который задает нашу поверхность, однородный, и это просто поверхность степени 2 в P3. Если f степени 2k, тогда эта поверхность живет во взвешенном проективном пространстве, чтобы это уравнение стало однородным, нужно приписать вес k новой переменной. И в взвешенном проективном пространстве с весами 1, 1, 1, k это уравнение определяет алгебраическую поверхность. Это и есть наше двулистное разветвленное накрытие. Проекция просто определена забыванием третьих координат. И легко увидеть обе вещественные структуры, оба поднятия инволюции комплексного сопряжения в Z. Значит, одно из них такое, давайте я одно из них укажу, а второе мы оставим в качестве упражнения. Это одно из поднятий эволюции комплексного сопряжения. И давайте попробуем увидеть вещественную часть нашей вещественной алгебраической поверхности для этого поднятия комплексного сопряжения. Ну, скажем, вот на этой картинке. Какая топология у множества вещественных точек? Сфера, тор и крендель. Нужно просто удвоить компоненты связности RP2+, так каждую компоненту надуть немножко. У вас получится сфера, тор и сфера с двумя ручками. Так что топология вещественной части этой поверхности напрямую связана с топологией RP2+, ну, для другого поднятия RP2-. И мы вернемся к этому обсуждению в следующий раз, но последнее замечание, которое я хотел бы сделать, такое. Связь между поверхностями четвертой степени и кривыми шестой степени такая. Если k равно 3, то есть мы обсуждаем кривые шестой степени, поверхность, которая получается этой конструкции двулистного разветвленного накрытия, это k3 поверхность.
И поверхности четвертой степени в P3 — это тоже К3 поверхности. То и в том, и в другом случае обсуждаются К3 поверхности. И на самом деле то, что написано здесь, это три возможных топологических типа вещественной части максимальной К3 поверхности. И для кривых шестой степени, если вы примените эту конструкцию и правильно выберете поднятие, на самом деле правильно означает не так, как я выбрал, то у вас получится, если вы начинаете с максимальной кривой, у вас получится максимальная поверхность. Если вы начнете с поверхности Харнака, получится максимальная поверхность такой топологии. Начнете с Гудкова, получится поверхность такой топологии. Если начнете с Гильберта, получится поверхность с 9 сферами и сфера с 2 ручками. Но мы вернемся к этому обсуждению еще в следующий раз.